Так, что у нас тут? Здесь одни деревяшки. Страшненько. Катя! Кать! Люди должны знать правду. Ты дурак, включи Лёшу! Лёха, ты... Привет, друзья! Меня зовут Екатерина Воронова, и вы на моем канале. Сегодня мы находимся в заброшенной деревне. Деревня называется Залипаевка. Вот. Мы вместе с Алексеем с канала «Заброшенная Россия» были здесь, у отшельника. Можете посмотреть в описании, внизу будет ссылочка. Вот. И хотим пройтись по этой деревне и посмотреть вообще, что осталось от жителей, какие дома, и показать вам все это. Видео будет интересное, поэтому смотрите обязательно и пишите свои комментарии. Поехали! В общем, у нас большая улица, друзья. Еще раз скажу, что вот здесь живет отшельник, который здесь каждый день ходит за водой, долгий колодец. Когда мы с ним ходили за водой, я увидел здесь очень много заброшенных домов, поэтому предложил Кате походить и поснимать. Так, что у нас тут? Здесь одни деревяшки. Дом, кстати, старый. Да, видишь, очень древний. Полы рухнули уже. А там что? Здесь просто сеновал. Надеюсь, провода не под электричеством. Алексей, ты спал на сеновале? В молодости? Да, в детстве только. Только в детстве, ну, в детстве, конечно. Смотри, чтобы тебе там не шандарахнуло. Да, очень опасненько тут. Это у нас окно, наверное, было. Да, пройдемся дальше, посмотрим. Смотри. Что это такое? Не знаешь? Карга, что ли? Да? Это карга? Само ты. Гарпун для карасера, на этих, на карпов охотятся. Да? Когда большие карпы были. Серьезно? Да. А ты не думала, что это в печку, когда ковыряют этот уголь? Нет, это для этого рыба ловить. Ну, вообще-то... Острога. Большая рыба. Мне кажется, нет. Да, щуку. Я видела такое в фильме. Около печки стоит. Нет. Ну, у нас около бабушки, около печки. Нет, кочерга есть. Кочерга. Она ровная, вот такая вот. А, все. А это, видишь, гарпун, он засовывается в рыбу и обратно не вытаскиваешь. Угу. Я не знала об этом. Ну, было похоже на кочергу. Ребят, скажите, вам нравится, когда ночью ходить по заброшенной деревне, показывать что-то такое интересное, старинное? Полный разнос. А где домик такой? Более-менее свеженький. Там даже есть адресная табличка. Улица Озерная, 7. Ребята, очень скользко. Я хожу еле-еле. Это будка. Ух ты, стирал какая. Интересная. А, чемодан. Кожаный. Ух ты, с банками. Разрушено, разбросано. Почта России. Печка держится на одном дыхании. Ух ты, какая этажерочка. Смотрите, видеокассета. Кстати, тоже дома лежат. У вас там сохранились? Напишите в комментариях. Храните видеокассеты или уже все выкинули? Провода. Смотрите, кстати. Фотографий никаких нет. Ни одной. На стене нету. Люстра. Люстра не такая уж и старая. Здесь тоже еще какая-то комната. Вещи. В основном. Сверхъестественного нету. Шифером заколотили окна. Сейчас пугаем.
Ну что, друзья, возвращаемся. Поменял аккумулятор. Вот скажите, знаете вот таких шальных девушек, которые могут в заброшенных деревнях лазить по ночам одни? Я таких не знаю. Испугался? Да, сначала банка вылетела, потом ты... Я спалилась, да? Блин. Напугали Лёху. Пока он там снимает дом, мы пойдем в другой посмотрим, что там интересного. Так, слушайте, а там вообще есть что-то? А, вот дверь. Так, попробуем ее открыть. Да, что-то, кстати, есть. Ура! У меня почти получилось. Так, ну что, страшно? Блин. Зря корячилась. Ничего здесь нету. Кстати, это, наверное, может быть, был душ. Как думаете? Вроде бы душ. Впереди там домик, кстати. Сейчас посмотрим, что там. Здесь, видите, для угля. Где Лёха? Лёх! Лёха молчит. Катя! Кать! Я нахожусь, хрен знает где. Лёха молчит. И мне как-то страшно. Домик. Ух ты. Кстати, дверь какая-то тоже. Посмотрим. Вау! Это я переместилась на кухню. Так. Здесь еще одна печка. Старая. Нет, ничего такого нету. Свет горит, Лёха, значит, там, ура! Лёх! Слава богу, господи, я думала, я потеряла. Ну, знаешь, я как бы испугалась. Немного. Дом никого нет. Дом никого нет? Нет. Я не пройду здесь, да? Подожди, подожди, сейчас я здесь на потолок ушел. Ага. Добро пожаловать. Ого, посмотри. Разрушилась. Угу, держится на добром слове. Тумбочка. Угу. Кстати, такие сейчас. Для цветов? Да-да, флористы используют. Дверь. Там дверь куда? Ого, смотрите, замуровали. Страшненько, детки. И старый дом. Такой же. Баллон. Смотрите, тоже еще одна кадушка. Она без дна. Да? Без дна. О, смотри, что я нашла. Это масло, это бойка. Или как ее? А? Я нашла. Обалдеть. О. Слушайте, я такое никогда... Я такое видела в фильмах. Пониже. Опа. Что там? Ничего нету? Получается, сюда что-то молоко или что там добавляли, да? И вот так потом крутили, да? Слушай, суперская, смотри. Да, и в хорошем состоянии, кстати. Это, а, это просто... Я думала, что это... Классно. Короче, мы подошли сейчас к подвалу, и Лёха меня заставляет туда лезть. Я боюсь, капец. Давай, ты должна себя пересилить. Я просто вспоминаю вот эти фильмы ужасов. Я даже в детстве не лазила в подвалы днем. А ты хочешь, чтобы... Давай, давай.
Блин, он старин, ребят, там интересно. Ребят, поддержите меня, пожалуйста. Или дай, или напишите в тык. Дайте Лёхе в тык в комментариях. Да. Одна что... садишься с тобой? Ну пошли вместе, да ну ты что, засёшь что ли? Давай. Мамочка, господи, а если там кто-то находится? Ну вряд ли. Ты думаешь? Нет. Представляешь, если там какие-нибудь черти? Гномики? Не знаю. Черти? Максимум летучие мыши. Блин, а если она сейчас вылетит мне в лицо, Лёха? Глаза закрой просто и всё. Да шучу, и нет, они в подвалах не живут. Я боюсь. Не бойся. Ба! Ну что там? Ты меня испугал? Ты дурак, ну включи, Лёша, блин! Свет вырубился, сейчас батарейка сломалась. Лёша! Блин, Господи, чуть сердце не остановилось, ты нормальный. Господи, блин, меня трясло, блин, где здесь оставлю, сейчас дверь подопру. Прикольный. Ой, господи, старинный. Ребят, я вообще испугалась. Слушай, ну здесь есть огурцы. Ты любишь огурцы простым посолом? Нет, он уже не простой. Думаешь, уже не простой? На зиму готовила? Нет. Забирай банки, короче. Нарезали. Есть кто так нарезает также огурцы? Смотрите. Это все любят. Пошли. Теперь давай, я за тобой. Подожди, только не спеши. О, господи, как страшно. Ну, слушай, что? Теперь у меня нету боязни лазить в подвал. С боевым крещением тебя. Да, спасибо. Так, мы нашли еще одну заброшку. Что здесь, непонятно. Школа или... Нет, жилой дом был. Жилой дом, да? Да. Он слишком большой. А это что такое? А это как раз вот маслобойка, короче. Да? Да. Ну, то, что от нее осталось. Да. Так, ну, посмотрим, что там дальше. Ботиночки. Здесь очень много бутылок. Любили выпивать. Все, разрушенная печка. Ну, что там, Лех? Есть? Что-то старинное. Есть, да? Слушай, я думаю, надо залезть, посмотреть. Сейчас залезу все-таки. Ты, главное, не свались. Ладно. Смешно, не снимай меня. Люди должны знать правду. И должны это все видеть. Особенно вот этот переворот, это просто... Обезда. Смотри, между крышами даже сплетенные из соломы такие канаты. Интересно, первый раз такое вижу. Интересненько, для чего так делали? Мы увидели еще одну заброшку, и сейчас пойдем ее смотреть. Пошли с нами. Я вижу, как он вот внутри. Смотри, какой он заросший. С ума сойти. Вода, как берлога настоящая. Я... Господи. Нет, подожди, это кто? Куница. Куница? А, господи, меня напугал. Она шла за ножи просто. Все, она укусит. Давай палку дотронемся. Окей. Не знаю, как это все. Давно она, интересно, не то. Да недавно. Смотри, он весь заросший. Лёх, смотри, весь портал. Портал? Да. Ну что там? Страшно. Ну что, открываем? Ух ты! Сразу нас встречают. Керосиновые лампы. Смотрите, какие старинные. Интересно, написан год, нет? Красота. Поножка. Очки старые. Фотографий никаких нет. Воронеж.
хороший дом. Провалился потолок. Ты коромысло искала? Где оно? Вон висит. Подожди. О, клево. Да. Короче, слышно, можно это. Да? И ведра. Там. Слушай, а мне кажется, дом на двух хозяев. Что-то он слишком изнутри маленький. Смотрела фильм, что жила семья. Вот они купили новый дом. И вот он снаружи был больше, чем внутри. А, нет, наоборот. Может, так же, как здесь. Ну, блин, ну, атмосфера вообще шикарная. Снежочек пошел. Мрачно прям так. Мне кажется, это не жилой дом. Знаешь почему? Потому что там баллоны. Я в основном баллоны ставят около каких-нибудь школ. Хотя, не знаю. Ух ты, какая старинная. Трон. О, его даже не двинешь. Не двинешь с места. О, елочные игрушки. Та-дам. Такие клевишные. Старые. Че, в подвал полезешь? Слушай, там подвал, прикинь, и даже ответвление есть куда-то. Лех, здравствуйте. В смысле, здравствуйте. Пошли. Слушай, так ощущение, как будто еще живут люди. Кубок какой-нибудь. Кубок. Как-то он внутри, непонятно. Я не понимаю, что это такое. 8 рублей 60 копеек. Что? А почему внутри какая-то штучка? Не знаю, что-то интересно. Ребят, что это такое? Как вы думаете? Прикольно. Это хлебница, наверное. Да. Хлебница. Лёх, надеюсь, на тебя наручится. Давайте мы его накажем за то, что он меня пугает постоянно. Оставим его здесь наручниками, к печке его. Посмотри, какие окна, да? Мало того, что они широкие, так еще такие овальные, полуовальные, не знаю, как их назвать даже. Слушай, смотри, а он старый, наверное, да? Интересно. Ты видел такой чайничек? С розочками. Сундук, конечно, огонь. Так, ну что, полез в подвал. Полез в подвал? Да. Ты серьезно? Лёш, может, не сложить? Ребята, держите Лёху, потому что жизнь. Он осмелился туда полезть. Мумия, курица тут. Капец, подвал. Осталась одна здесь. Кто сдохла? Несколько куриц сдохлых. Вот это подвальчик, друзья. Больше там никто не сдох? Лёх! Лёх, ты с собой нормально, всё? Неужели мне придётся за ним лезть? Лёх! Что? Нормально? Да. Всё. Слава богу, мне не придётся за ним лезть. Ух ты! Маршрутное такси. Классное. Возьму музей к себе. Да, достаточно, друзья, интересно тут. Может, его закрыть? Мы увидели чердак. Ты все-таки решил, да? Да, полезть. Конечно. Главное, чтобы вот это не начало валиться. Пристройка. Ой. Боже мой. Вот это бесстрашно, Лёха. Нормально, там нету дырок в потолке. Смотри, аккуратно.
Лёха полез на чердак. А что там интересное, вы увидите у него на канале. Обязательно переходите и смотрите. Я не полезла. Я осталась здесь. Буду смотреть снаружи. Слушай, тут пока мы шли на дом, увидели еще один сарай. Здесь уже кусты. Лёха! Лёха! Я просто решил отдохнуть, устал туда сегодня. Давай, Рух. Иди, подгоняй. Дай хотя бы машину возьму и съем. Отпень. Это было ржачно. Я, как всегда, не успела особо заснять. Лёха упал. Я, кстати, ни разу сегодня не упал. Только сама пыталась там скатиться по ледяной траве. У меня ничего не получилось. Сейчас идем в машину. Мы поедем дальше. Ну что, фильм закончился. Надеюсь, он вам понравился. Я сейчас сижу на сеновале. И если вы хотите посмотреть с другой стороны этот фильм, переходите на канал «Заброшенная Россия» и смотрите у Алексея. Ставьте палец вверх, задавайте вопросы, всем отвечу. С вами была Екатерина Воронова. Всем пока!